Минск накрывает музыкальной волной. Сегодня в столице открывается международный джазовый фестиваль. Чувственность и невероятная энергия. Слушатели ждут зажигательные ритмы от 50 суперзвезд, многие из которых обладатели престижной премии Jazz Awards. В программе только мировые хиты блюза, соула и бибопа. Джаз облетел весь мир, и сейчас он принадлежит всему миру. Поэтому белые с черными, они вместе, но все-таки афроамериканцы, они первичны в джазе. Фестиваль проходит в Минске уже в 7-й раз. Звуки саксофона, клавишных и барабана будут звучать со сцены Дворца профсоюзов и Республики до конца недели.